как настроение? Луганск, как настроение? Вот это уже лучше. Сейчас на этой сцене появится девушка. Актриса, покорившая мировые чарты от Австралии до Японии. А также возглавила главный мировой чарт Billboard, подвинув таких артистов, как Кэти Перри и саму Мадонну. Этот голос любят миллионы. А под песни группы, участницей которой является Лена, танцевала вся планета. Готовы? Итак, встречайте, солистка группы «Тату» Лена Котина! Does it feel День защиты детей? Хорошо? Или вы сегодня что-то другое отмечаете? Вы просто пришли на концерт? Ура, я угадала. Ну, вообще, сегодняшний здесь, в Луганске, вчера у нас был концерт в Донецке, приуроченный к замечательному празднику Дню защиты детей. Поэтому с чем я вас и поздравляю?
пусть дети — это наше будущее, что, собственно, звучит банально, но, тем не менее, правда. Так что всем деткам здоровья, конечно, крепкого, и пусть их мир будет солнечным и ясным и мирным. А следующая песня, которую я вам хочу исполнить, называется «Here I Go Again». Это совместный проект с диджейским дуэтом «Daddy Mercury». Спасибо вам большое за эту песню и за следующую тоже. Вот, тем не менее, «Here I Go Again». You got me fell in love. Песенка получилась. Следующая песня будет не менее летняя. Мне она, честно говоря, очень нравится. Даже больше, чем предыдущая. Называется она «Wake Up Call». Take me to the
Спасибо. Следующая песня тоже уже относительно, но все-таки новая. Называется она Silent Hills. Она такая, она скорее креативная, чем стандартная, но тем не менее мне удалось посотрудничать с очень классным диджеем и продюсером Юзград. Спасибо ему за это. Silent Hills. Песня, которую я вам исполню. Ух ты, цветочки. Итак, следующая песня, которую я вам исполню. Это тоже будет, но чуть-чуть попозже. Так, десятый раз. Следующая песня, которую я вам исполню, я ее писала как посвящение всем своим поклонникам, всем своим друзьям, своей семье, вообще всем, кто меня поддержал в трудную минуту в моей жизни и, собственно, благодаря кому я стою вообще, в принципе, на этой сцене и вообще на сцене сегодня и нигде-нибудь там еще, не знаю где. Вот, то есть это такое посвящение людям, которые помогли мне пройти через очень тяжелое для меня время. Называется она «Lift Me Up». Вот, все, «Lift Me Up». When I feel all alone,
Следующая песня, где моя стойка, называется... Нет. Называется «All About Us».
Итак, Луганск, я хочу, чтобы вы сейчас напрягли свою память. Сильно напрягли. Потому что следующая песня, которую я вам исполню, очень красиво, очень романтично. Более того, я хочу, чтобы вы зажгли свои фонарики, телефоны, все, что у вас есть. Давайте сделаем красивую атмосферу, романтичную, спокойную. И называется эта песня «Не буду я ее объявлять». Следующая песня называется «Я сошла с ума». И это песня, с которой все началось. Поем вместе! Меня пол.
пока сейчас не включаем, я хочу порепетировать с публикой. Как вы думаете, какая следующая песня прозвучит? Какая? Еще разочек? А если подружнее, все вместе? Так, хорошо, а с этой стороны что у нас происходит? Кого-кого? Еще разочек? Ну вот теперь можно. Пусть вас никто и никогда не догонит. Только поете вы.
Следующая песня, которую я вам исполню, будет заключительная на сегодняшний день. Называется она «После нас». Это песня, которую я посвятила группе «Тату» и тому, чему меня, в принципе, научил участие в этом дуэте, моему опыту, всем этим годам. Это такая маленькая жизнь, нет, большая жизнь, которую я прожила там, и я безумно благодарна всему на свете. Вот, собственно, эта песня — это посвящение моему участию в группе, и, ну и, в общем, я вам сейчас ее спою. Будет хорошо. От души, от сердца. Ваши бурные аплодисменты, Лена Катина!